Переходить дорогу правильно детей будут учить в помещении. Перекрестки, светофоры и дорожные знаки – все это есть в классах безопасности. В этом учебном году компания «Мишлен» вновь дарит школам оборудование для классов ПДД. Теперь интересные уроки безопасности будут проходить в Орехово-Зуевском лицее. Мини-город разместился в обычном школьном классе. Светофоры, дорожные знаки и разметка. Теперь учиться правилам дорожного движения школьники младших классов будут во время игры. Они здесь не сидят за партами, они играют. Это их еще привычная деятельность. Но самое интересное, что эта деятельность дает очень хорошие результаты. Они проецируют свои навыки на свою взрослую жизнь. Ну, как-то прогнозировать поведение на дорогах, а это значит, что отработав некоторые моменты здесь, в этом кабинете, я очень надеюсь, что избежат больших неприятностей. А вот второклассник Тимофей Зотов уверен, что с ним никакая беда не случится. Все знаки знает и сам учит своих одноклассников правильному поведению на дороге. Это пропусти ход. Ну, например, если с поворота ты выезжаешь, то он всегда на поворот стоит. Пропускай главной дороге ход. Так, а другой? А этот, значит, знак, он всегда стоит перед школой. Там могут пробегать дети. Оборудовать класс безопасности именно в этом лицее решили не случайно. В городе это самая крупная школа. И ежегодно с ее учащимися связана печальная статистика ДТП в Орехово-Зуево. Школа находится в центре нашего города. Вокруг нее крупные дороги, федеральная дорога и основные дороги нашего города Орехово-Зуево. Плотность движения очень большая, в связи с чем каждый год учащиеся данной школы попадают в дорожно-транспортные происшествия. Вот эти классы дают большую пользу. В школах, которые открыты, у нас классы имеются, то как раз детский травматизм у нас сводится почти к нулю. Занятия в классе безопасности будут проходить постоянно после уроков. Специально для этого в школу пригласят команду юных инспекторов дорожного движения. Мария Ягущина, Евгений Кукунов. Новости 360. Орехово-Зуево.